Весьма поучительная история. Очередная поездка по набережной на автомобиле закончилась серьезным штрафом. Накануне ночью, не обращая внимания на запрещающие знаки, девушка проехала со стороны маяка до улицы Кирова и обратно. Видеозапись выложила на личной страничке в соцсетях. Грезим девушки растиражировали анапские паблики. Сигнал был получен. В итоге, благодаря камерам «Безопасный город», полиция весьма быстро нашла любительницу поездок по набережной. Двухминутный вояж по пешеходной зоне обошелся нарушительнице в несколько тысяч рублей.